Сегодня мы проводим очередное традиционное мероприятие, которое каждый проходит у нас в городе Серпухове. Это открытый чемпионат первенства Центрального федерального округа. Я очень рад, что уже 9-й раз на гостеприимной Серпуховской земле собираются такие замечательные спортсмены, их тренеры, наши гости, для того, чтобы провести такой хороший турнир. Турнир, как я сказал, традиционный, поэтому всем очень нравится и организация нашего турнира. В этот раз, я знаю, что значительное количество спортсменов прибавилось на нашем турнире. Я хочу просто всех поздравить с таким замечательным праздником и заодно еще раз поздравить наших тренеров. Сегодня как раз день тренеров, когда нужно действительно выразить благодарность тем людям, которые